Еще раз доброе утро. Сегодня в программе они сделали это. Президент компании Vertu. Компания, которая производит очень дорогие телефоны ручной работы, эксклюзивные, класса люкс. Андрей Колганов помогает нам сегодня с переводом. Еще раз доброе утро. Еще раз спасибо за то, что пришли к нам сегодня. Перри, я до паузы попросил вас рассказать о той самой синергии, которая действительно у вас сейчас выстрелила. Да? Я имею в виду ваше сотрудничество с Ferrari. Почему именно Ferrari? На каких условиях? И что из этого вышло? С Ferrari у нас была очень интересная коллаборация. Причина, по которой мы работали с Ferrari, потому что у нас очень много общего. Технология, характеристики — это люксовый бренд. И для нас было важно убедиться в том, что коллаборация будет действительно аутентичной. И это также было важно, когда мы начинали это сотрудничество, что мы очень новый бренд в новой, ранее не существовавшей категории, и это действительно помогло нам захватить большую аудиторию. Но было также очень важно оставаться аутентичными и не просто покрасить телефон в красный цвет и назвать его Ferrari, да? Поэтому с запуском вот этой новой модели Ferrari, дизайнеры Ferrari и наши дизайнеры работали вместе, материалы выбирались на основании критериев, которые используют Ferrari. Например, буква на этом устройстве. То есть портона Фрау. Кожа, прошу прощения, которая используется, это та же кожа, которая используется в Феррари. Краска тоже та же, которая используется в автомобилях Феррари. И Кавалино, маленькая лошадка, эмблема Феррари, она была сделана совместно с Феррари из тех же материалов. Это одна сторона. А с точки зрения контента, мы убедились в том, чтобы в устройстве есть сервисы, которые помогают людям в проблемах с автомобилями. То есть здесь и внешняя составляющая, и контент устройства были настроены таким образом. Ну, я скоро буду встречаться с президентом Fiat Group и Ferrari Group. Мы будем встречаться в конце месяца. У нас очень тесные взаимоотношения с брендом Ferrari. Скажите, пожалуйста, а сам бренд Vertu от этого не размывается? Вы знаете, такое, если у нас есть понятие, такое размывание бренда. Doesn't this dilute the Vertu brand itself? Очень хороший вопрос. К нам каждый день обращаются другие бренды, которые хотят с нами сотрудничать. И действительно, активная коллаборация сегодня у нас существует только с Ferrari. Все другие наши продукты — это чисто Vertu. У нас только Vertu написано, Vertu, вся реклама — только Vertu. Мы не продаем наши продукты в автосалонах Ferrari или в дилерских центрах Ferrari, поэтому мы делаем так, чтобы все, что мы делаем, основывалось на стратегии бренда Vertu. А кто был инициатором? Who was the initiator of this collaboration? Это было сделано до того, как я пришел в компанию, и тогдашний президент компании был фанатом автомобилей, и он также был итальянцем, поэтому достаточно естественная была коллаборация. Ну вот мы привели ее на следующий уровень. Знаете, я могу ошибаться, но у нас сейчас вот в новостях появились какие-то слухи о том, что, может быть, часть компании Ferrari, части концерна Fiat, может быть, еще
часть, какая-то часть акций будет продана. То есть вот не очень хороши финансовые дела у Феррари, скажем так. Если это правда, может быть, это только какие-то гадкие слухи. Но если это все-таки правда, не повлияет ли каким-то образом косвенно и на имидж вашего бренда? Я не могу комментировать эту информацию, потому что я не слышал таких слухов. У нас также нет планов менять каких-то наших взаимоотношений, у нас хорошие взаимоотношения. Мы будем продолжать работать. И здесь опять все дело в лояльности, в том, чтобы продолжать работать со своими партнерами, ну, как в хорошем браке. Ну, есть и другие предложения от люксовых автомобильных брендов, которые хотят сделать с нами совместный проект, но у нас есть отношения с Феррари и с таким личным аспектом, и даже если есть слухи, мы будем продолжать работать с нашими партнерами. Спасибо за исчерпывающий ответ. Знаете, какую тему я хотела бы еще поднять? Тема, вероятнее всего, специфична исключительно для России. Вот если, например, в любом поисковике написать «Верту», да? И, допустим, купить, то дальше выскакивает какое-то количество, энное количество сайтов, я могу их сейчас зачитать, но просто не буду для того, чтобы их лишний раз не рекламировать, которые предлагают телефоны подержанные, телефоны неподержанные, новые за какие-то там меньшие деньги, чем это предлагается официально и так далее. Есть как официальные сайты, так и какие-то зашифрованные. Но их очень много, этих предложений. При этом у вас на сайте написано, что, слушайте, мы не продаем через интернет, только в наших бутиках. Как? Как вы вообще боретесь с людьми, которые продают ваши телефоны подержанными или подделки просто, грубо говоря, да? Конечно, когда компания добивается успеха, люди пытаются этим успехом воспользоваться. Продают продукты через каналы, которые не авторизированы нами, или продукты, которые вообще к нам не имеют никакого отношения. Мы работаем очень много, наша юридическая команда и пиар-команда, чтобы пресекать такие ситуации как можно больше. Ну, один такой магазин мы закрываем в один день, на следующий день открывается другой. Если вы любой другой люксовый бренд забьете в поисковик также, то, я думаю, ситуация будет не сильно отличаться. Ну, как группа лакшери-брендов, мы все работаем с нашими юридическими командами для того, чтобы пресекать эти ситуации. Но успех, он приносит такого рода ситуации, такого рода копирования. Но, конечно, то, что мы предлагаем нашим клиентам, приходить в наши авторизованные дилерские центры. Мы защищаем наши продукты, чтобы ставим на них специальные голограммы, чтобы люди, которые покупают телефон Верту, они сразу понимали, что он настоящий. Мы предоставляем сервисы, да, и предлагаем людям возможность просто физически купить продукт в наших бутиках. Ну, если вы говорите, что ваши юридические отделы борются, но есть какие-то конкретные примеры, когда вы поймали за руку людей и отдали их под суд? Ну, на самом деле мы больше обращаем внимание на то, где производятся подделки, да, это в основном происходит в Азии, и, конечно, следим за тем, чтобы на таких веб-сайтах не использовалось название бренда.
Но этот процесс, конечно, идет слишком медленно. В России медленнее, чем где бы то ни было, или, или Россия совершенно встроена вот в это? Ну, очень похожая ситуация на весь остальной мир, потому что, с одной стороны, есть протекционизм, с другой стороны, свобода, и это всегда очень сложно интерпретировать, особенно с точки зрения законодательства.